сзади. Гуляю. Вот такие. Вот такая горка у нас ледяная. Ой, как было и времена в детстве, да? Сейчас бы с детками бы с удовольствием бы прокатиться. Но ветер холодный. По градусам 0 градусов. Ветер холодный. Видите, как здорово. Вот так вот. Иду в корзину. Пойду куплю свеклу. Раиса, тебе привет. Ты меня вчера соблазнила. Это канал «Вся правда» с Алматы и Раиса. Я передаю тебе привет. Иду за свеклой и за капустой. Хочу сделать винегрет сегодня. Поэтому у меня на канале сегодня будет видео. И буду печь печенье еще. Будет обзор домашний. Воскресный день. Приготовим на сегодня печенье. Очень простое. У меня будет печенье с разрыхлителем. Я сюда положила вот пол чайной ложки соды. У меня здесь 2 ложки сметаны и яйцо. Теперь я добавляю 2 ложки сахара. Прям с горкой такие вот хорошие. Добавляю ложку растительного масла. И хорошо это все перемешиваю. Добавляю щепотку соли, пакетик ванилина. И буду добавлять муку. Муку у меня здесь сколько получается муки? 300 грамм. Но я не буду ее все добавлять. Хочу такое печенье сделать прям совсем мягким-примягким. Поэтому, наверное, буду добавлять совсем немножко. Буду смотреть сейчас. Вот такое тесто получается у меня. Жидковатое. Сейчас я еще добавлю. У меня прям совсем мягкая. Уберу холодильник. Где-то на полчаса, наверное. Видите, какое оно хорошее у меня. Оно, в принципе, не липнет к рукам. Но я сейчас хорошо еще буду вымешивать. Можно руки смазать маслом немножко. Потому что не хочу муку добавлять. Ставлю в холодильник на полчаса, в морозильную камеру. Если в холодильник просто, то на час. Вот такое вот тесто получается. Эластичное, такое вот хорошее. Делала вот такие лепешечки. Кто как хочет формы делать. Теперь я, значит, насыпала ложку сахара. Добавляю сюда ложку какао. Ну, можно чуть-чуть прямо для красоты. А вот у меня туда не сюда. Все. Размешаю сахар с какао. И теперь я беру любую бутылку. Мне вот не нужно какой-нибудь меньше диаметром, чем мои лепешечки вот эти. Надо смазать маслом растительным. Рецепт такого печенья. Правда, у меня состав печенья я всегда делаю разный. Я не стала их зажаривать. Смотрите, какие мягкое тесто, премягкое. Прям совсем как булочки. Очень вкусно. Мягким. С чаем. Сейчас будем пить. Итак, друзья,
Приготовила я к ужину винегрет. У нас, видите, трапезничает кот. Покушал. И сейчас я сейчас вот перемешаю. Наверное. Добавлю я растительное масло. Я добавляю, не кипячу его, масло. Так, на глаз посолила. Поперчила побольше перчику. И сейчас я сейчас хорошенько все перемешаю. Винегрет у меня классический. Разложу. Это у меня капусточка. Я ее мелко измельчила, потому что это магазины. Сами знаете, какие там. Как там крупно режут. Ну, хотела поменьше, получилось, как всегда. Не получается у меня мелко и мало. Ну, никак. Ну, никак не получается поменьше. Вот такой вот красивый винегрет получился. Сейчас будем ужинать. Сейчас на вкус попробую. Сейчас попробует муж, потом скажет. Чё, рыжик? Сидит рядышком. Ты будешь винегрет кушать? Мамочка. Нет, он винегрет не любит. Был бы горошек. Нет, скажи, я такое не кушаю. Он кушает свой корм. Ну, все, на этом я закончу свой обзор. Вот на этом фото рыжим. Всем пока-пока. Скажи, тоже хочу погулять. Я тоже, скажи, хочу гулять. Я тоже хочу гулять.